Всем привет, друзья! Сегодня с нами вот такое вот детское велокресло, которому оказалось очень трудно подобрать и купить крепление. Поэтому будем сегодня изобретать велосипед, чтобы повесить данное кресло на велосипед. Соответственно, не зажав тормозные тросики, не повредив лакокрасочное покрытие. Итак, для нашей самоделки понадобится две трубки, болтики, гаечки, два сантехнических хомута, ну и, конечно, само кресло. Для каждого велосипеда будут свои размеры. Я брал профильную трубу 15 на 15 мм. Если кого-то интересуют мои размеры, пишите в комментариях. Я их все читаю и обязательно вам отвечу. В одном хомуте я закруглил грани. Вот. Ну вот в этой трубке было три отверстия. Немножко уберем ржавчину. А вот эту трубку мы чуть-чуть приплющим. Так, а теперь я помолчу и займусь сборкой. Ну вот и все, друзья. Наше кресло уже висит. В принципе-то ничего сложного тут нет. Если данное видео вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Может, кому-то пригодится. Вот. Единственное, что, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, пришлось использовать пористую резину. Ну что, наш стелс получил дополнительное оборудование, заправлен, заряжен. Пришло время все испытать.
И как видим, друзья, кресло со своими функциями полностью справляется. Нужно его, конечно, чуть отрегулировать, но функции оно свои выполняет. В принципе-то, может, это и по-колхозному смотрится, и поленился я его красить, но результатом я доволен. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем добра, пока-пока.